В Люберцах приступили к строительству путепровода между улицами Красной и Смирновской. Его протяженность составит 473 метра. Работы проводятся в рамках первого этапа реконструкции главной транспортной артерии округа Октябрьского проспекта. Подробности в материале моих коллег. Первые шаги возведения путепровода строители приступили к устройству свай под опоры искусственного сооружения. Будущий объект дорожной инфраструктуры будет опираться на 15 опор. Чтобы свести к минимуму динамическое воздействие на близлежащие постройки, в работе используют современные технологии. Гарантированно никаких воздействий на строение не будет, а также не будет ударно-шумовых работ. Движению препятствовать не будет. Мы выполняем работы по строительству дублеров. Соответственно, отводим с Октябрьского проспекта дублеры, не уменьшая количество полос. Работы по переустройству инженерных сетей, устройству свай и опор путепровода завершат к концу этого года. Далее строители приступят к монтажу пролетного строения и со второго квартала 2023 года начнут обустраивать проезжую часть путепровода. Открыть по нему движение планируют уже в конце следующего года. Строительство данного объекта позволит существенно снизить транспортные заторы на данном участке. Данный путепровод позволит обеспечить транзитное движение без светофоров, без пробок будет. На участке реконструкции параллельно продолжается строительство новой ливневой канализации, устройство пешеходных зон и укладка асфальтобетонного покрытия на боковых проездах. В конце июля этого года приступят к строительству подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Красной. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.